Профессиональные повара всегда ищут для своей кухни высокотехнологичные и вкусные продукты. Сыр «Бистро Чеддер» – идеальное решение для целого ряда блюд. Он создан специально для нас, поваров. «Бистро Чеддер» сделан из отличного полутвердого чеддера и натурального сливочного масла. Его яркий, узнаваемый вкус украсит не только бутерброд или кесадилью, но и любое блюдо, где по рецепту требуется натуральный сыр. Он обладает не только насыщенным вкусом, но и красивым ярким цветом, что делает приготовленные вами блюда еще аппетитней. Благодаря специальной рецептуре и технологии ломтик «Бистро Чеддер» очень нежный, но удивительно эластичный. Придайте ему любую форму, он не разломится. Каждый такой ломтик имеет не только абсолютно одинаковый вкус и цвет, но и одинаковую квадратную форму, стандартный размер и вес. Это достигается использованием уникальных современных технологий и контролем качества компании «Хохланд». При производстве слайсов «Бистро Чеддер» используется специальная укладка. Ломтики уложены внахлёст, в ровные стопки и не липнут друг к другу. Так что каждый ломтик очень легко отделяется. Это незаменимое качество для профессионалов, ведь каждый из нас дорожит своим гостем и старается не заставлять его долго ждать. Сыр «Бистро Чеддер» идеален для горячего применения. Он сохраняет свой вкус, цвет, аромат, отлично плавится и при этом не выделяет влагу и не течет. Сыр «Бистро Чеддер» используется в самых разнообразных блюдах. Я использую его для приготовления супов, соусов, фондю и для запекания, поскольку «Бистро Чеддер» легко и равномерно растворяется и очень красиво запекается. Использование ломтиков «Бистро Чеддер» – это минимум трудозатрат и отходов на профессиональные кухни. А превосходное качество и оптимальный вес каждого ломтика позволит снизить себестоимость готового блюда, не идя на компромисс со вкусом. Натуральный вкус и высокотехнологичные свойства ломтиков «Бистро Чеддер» обеспечивают возможность их широкого использования в ресторанах и кейтеринге, кафе и бистро, на фабриках, кухнях и для приготовления бортового питания.